Так, сейчас коротенько покажу, как узнать дату публикации видео шортс в YouTube и полноформатного видео в шортс на канале YouTube. Значит, что нам понадобится? Вот этот сайт citizenevidence.amnestyusa.org. Вот он, этот сайт. Сюда мы должны вбить адрес нашего видео. Как получается адрес нашего видео? То есть мы можем его показать вот в таком виде. youtube.com/watch-v=, и потом идет ID видео, идентификатор видео. Он такую форму имеет. Цифры, буквы, иногда черточки попадаются. В конечном итоге должны мы примерно вот такой адрес ввести в поисковик. Смотрим, где мы это берем. Вот мое же видео 6-летней давности. То есть мы берем вот здесь, в адресной строке вверху. Копируем. И вставляем сюда. И нажимаем Go. О, все заработало. 14 апреля 2017 года в 7 часов 32 минуты по UTS. Среднее скоординированное время. Ну, по украинскому получается, по киевскому плюс 3 часа. Теперь, если мы хотим брать шортс, что мы делаем? В принципе, можно наше видео шортс. Проще всего вот так сделать. Начинается видео, на три точки нажимаем, описание. 26 октября 2023 год видно, да, справа. Если там нужны какие-то более подробные сведения, то берем опять же из этого видео, поделиться, копировать ссылку в редактор. Мы вводим вот здесь, допустим, вставляем, очищаем от этого шлака все. То есть нам нужен именно адрес, вот это GKQ до знака вопроса. То есть вот это шортс мы должны удалить. Вот это все тоже мы должны удалять. И сюда мы должны поставить, дописать вот, потом знак вопроса равно, и вот это все скопировать, этот адрес. Можно с YouTube начинать. Что ж ты будешь делать? Никак у меня копировать. Так, это очищаем, это вставляем, Go. Что-то попробуем сейчас, может, в другом браузере. Все же видим, наверное, брал, да? Наверное, глючит. Watch, вопрос. А, В забыл. О, видишь, букву В и забыл. Сейчас будем менять. О, вот тебе, пожалуйста. Все прекрасно получилось. Вот у меня по шорс, ну, то есть более подробные данные, 0740, 29-10, то есть сегодня я это все выкладывал. Да, какой теперь есть? Этот сайт частенько глючит. Он постоянно мне пишет, он не работает, и правда. Это бесплатная
как бы Amnesty International, и оно глючит регулярно. То есть в этом случае вы заходите в код страницы любого видео, только просмотр должен быть в браузере. И там вы должны ввести перед вот этот View Source, видно, да, тоже будьте внимательны. Очень все точно. Допустим, пускай вот это же видео посмотрим. То есть мы сюда редактируем. Вставить View Source. Перейти. Вот у нас открывается код страницы. Здесь набираем найти на странице publish data, вот эту фразу publish data, и нажимаем поиск. Вот у нас получается 14 апреля 2017 год, правда без времени, понятно, да? Если мы хотим, ну опять же смотрим. Shorts в браузере, редактируем, вставляем сюда View Source, нажимаем Enter. Вот у нас опять код страницы, и здесь мы поиск на странице, найти на странице. Да, это нажимаем, получаем 28 октября 2023 год. Почему здесь 28 октября? Давайте попробуем чужую какую-нибудь проверить, чтобы не мой был. Ставить, перейти, найти на странице, publish date, октября 2023 год. Все понятно, да? Это более надежный способ, так как тут сайт часто не работает по Amnesty International.